Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас суббота, и хочу вам немножечко показать, что у меня тут на подоконнике происходит. Кстати, у нас сегодня поднялся ветер на улице, тепло, 14 градусов, но поднялся ветер. Смотрю, а у соседей зацвела абрикоса. Ну, конечно, когда цветет абрикос, то всегда у нас ветер. Итак, хочу вам сейчас показать, что же у меня происходит на подоконнике. В общем, сняла я цветы с подоконника, протерла его и смотрю, что тут у меня происходит. Значит, вот у меня зацвела фиалочка. Красивая такая. Вот смотрите. Фиолетовая с белым. Но если много света, то белый исчезает и получается только один фиолетовый. Я не знаю, как она называется, я в сортах не разбираюсь. Я покупаю то, что мне нравится или мне дарят. Вот у меня еще одна фиалочка. Ну, сказали, я очень хотела белую. Сказали, что должна быть белая. Ну, вот, не знаю, вот должна вот-вот уже раскрыться. Посмотрим. Вот смотрите еще, какая у меня расцвела. Вот такая у меня прелесть. Но эти еще не цветут. Ну, думаю, тоже зацветут. А это у меня... В общем, в этом году я насмотрелась в интернете наших дорогих блогеров, которые высаживают рассаду. И думаю, дай-ка я попробую. В общем, посадила. Вот это у меня такие чернобрывцы получились. И сейчас вам покажу свой позор. Вот это у меня петунии. Вот такие они у меня, всего, все, что получилось, вот эти вот петунии. Вот такая вот у меня позор и все. Что еще? Помидоры тоже. Всегда покупаю рассаду. Казалось бы, ну зачем оно тебе надо? Алла, успокойся. Нет, посадила рассаду, она там у меня желтеет. Кто-то говорит, воды много. Мне кажется, что там вообще все сухо. Не знаю. И еще одну, вот такую же тоже помидоры, только другой сорт посадила. Решила побыстрее, чтобы цветники были. Посадила какой-то тут калачик, не знаю, как он называется. У меня там лежат эти названия цветов. В общем, он начал уже расти, желтеть. Посоветовали высадить на улицу под бутылку, вот, потому что вдруг будет холодно. Ну, не знаю, боюсь, чтобы не пропало. Это у меня тут перчики получились такие. И вот у меня, смотрите, какие еще перчики. Вот, это со своих семян я посадила. Ну, в общем, вот это у меня толстянка. У меня был большое-большое денежное дерево, и потом оно как-то начало пропадать, и я кусочек от него отщипнула, и, ну, в общем, уже начинает расти моя толстяночка. Думаю, что пойдет. Вот этот куст, конечно, надо... Тут две разных фиалки, их, конечно, надо разделить. Я этим займусь. Займусь обязательно. Надо их разделить. Ну, в общем, вот такой у меня получился цветник. Сейчас буду все ставить на подоконник. Такие у меня цветы. Кстати, Наташа Босс сегодня посмотрела твое видео, и ты там умничка рассказала, как ты спасла свои калачики. Сейчас обязательно сделаю этот раствор воды отстойной. Ну, у меня с шунгитом вода, она хорошая. И на кончике ножа ты сказала сухих дрожжей и поливать, потому что что-то мои калачики совсем захудали. Сейчас пойду их немножечко подживлю. Сейчас вам еще что-то покажу. Вот мои любовнички. Сидят, балдеют. Ну, Кира за него прячется. Такая взрослая женщина и прячется за своего мужа. Да, мои мальчики, девочки, да, мои красавчики, да, 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 мои хорошие. Ну, в общем, вот такие-то у меня сегодня дела. Славик, конечно, пошел на улицу, но там сильный ветер, говорит, сильно там, говорит, не поубираешь. Сейчас попробую вам пойти показать абрикоску. Вот абрикоска, но там, конечно, плохо видно. Сейчас попробую еще больше увеличить. Уже больше не увеличивается. Но уже начинает расцветать. Поверьте на слово. Мой калачик испугался. Только начала подкармливать, смотрю, а он таки выпустил, смотрите, вот. Будет цветочек. Так что этот калачик у меня более-менее нормальный. Ну, а тот второй даже не хочу показывать, потому что он очень в ужасном состоянии. Ну, в общем, опять-таки, спасибо
подружечки Натальи Босс. Ну, в общем-то, ребятушки дорогие мои, я сейчас уже буду заканчивать свой маленький видеовложек, потому что хочу пойти сегодня и сделать прямой эфир. Не знаю, получится в этот раз, не получится, что там YouTube мне опять придумает. Ну, попытка не пытка, поэтому я пошла. Итак, всем, дорогие мои, до свидания, всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.